Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас на обзоре долгожданное обновление в игре Cut the Rope Magic. Волшебные сказки с нашим любимым амнямчиком. Ну, обновление как бы уже не новое, просто я его еще не записывал. И вот у нас шестая часть этой игры, которая называется Деревушка. А сейчас мы узнаем, в кого наш амнямчик будет превращаться. Для этого пройдем первый уровень. Так, смотрим, в кого он превращается. Ух ты, в хамелеончика какого-то, да? Так, теперь режем веревочку. И вот он на таком длинном языке берет нашу конфетку и кушает. И вот так ее съедает. Классно, слушайте. Прикольный такой милый хамелеончик. Лучше его, конечно, вживую не встречать. Может, некоторые боятся, да? А лучше посмотреть за стеклышком на него, как он меняет расцветку свою. И мы идем дальше. Так, получается, вот здесь, наверное, нам нужно сначала вот так как-то сделать, да? А может быть и нет. Превратим как в хамелеона. Ага, теперь можно вот так вот. А теперь-то нужно... А, вот. Все. Оп. И ам-ням. То есть пока вот первые два уровня проблем никаких, да? Да еще и получаем... А в подарок, как всегда, кристаллы, которые можно удваивать. А что я с удовольствием сделаю? Удвоил кристальчики и идем к третьему уровню. И я ж, по-моему, когда-то покупал ее. Не дело. Тем более у меня все уровни открыты. А так, что у нас здесь? Что у нас здесь, интересно? Допустим, ну что ж, превращаемся. А, он не до конфетки, он до вот этого бревнышка. Достал. Получается, здесь так, наверное, нужно сделать. И что дальше? Ну, дальше не так. Может, как-то что-то... Даже пока не знаю. Нет. Так тоже не вариант. А, вот оно что. Все, я понял. Я просто не видел, что там, ну, на этом, на болтике. Так, конечно, так понятно все. Вот так вот мы потом палочку опускаем. Конфетка катится. И к нашему амнямлеону. Вот так вот, скажем, да? Буду его так называть. Амнямлеон. Ну, хамелеон и амням. Я думаю, вы догадались. А так, уровень 8-4. Здесь у нас можно вот так вот сделать, конфетка. О, вот сразу звездочки взяла, да? Теперь что нам нужно с ней сделать? А нам ее нужно просто взять и притянуть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Как страшно, слушайте. Так, наверное, нужно обратно нам превратиться. Вам нямчика. И теперь нам нужно упасть к нему. Вот, да. Этот раз получилось все пройти удачно, в общем, сразу. Наш амнямчик доволен. Амням ли он тоже? Так, ну а здесь-то уже будет посложнее. Пузырик. Наверное, сначала нужно, может, как-то взять нижнюю звездочку. Так, ладно, нужно пробовать вот так, да? Теперь что мы делаем? Как взять ту звездочку? Вот. Ну, наверное, не так, точно. Попробуем. Ничего не получается. Ух ты ж, как же здесь быть? Так, ну не знаю, друзья, у меня уже нет идей, как проходить этот уровень. Возможно, тут все просто, но у меня не получается. А поэтому я возьму подсказку. Для того, чтобы было интереснее. И мне, как бы, и вам. Так, вот, допустим, лечу вверх, ага. Делаю вот так. Режу веревочку. Ух ты. Ух ты, я так и не знал, что можно вообще делать, да? Лечу теперь вверх. Падаю вниз, вот как. Вот это класс, вот это круто на самом деле. Я такого себе даже представить не мог. Вот реально, я без подсказки, ну, никак бы не прошел. Даже сейчас мне
скажите, попробовать еще раз так же само повторить, это будет тяжело сделать. Так, я удвоил кристаллики, потом за них, если что, еще подсказок куплю, хотя я думаю, мне хватит этих. А переходим к 6-му уровню. Так, у нас здесь уже две магии, дракончик и хамелеончик. А чем-то они похожи, вам не кажется? Допустим, мы можем вот так вот вниз притянуться. Только, возможно, нам нужно было это делать, смотрите, вверху. Когда вот эта вот палочка вверху. Для того, чтобы нас вниз вот так вот потянуло, да? Раз. И мы задействовали еще один лифт. Ух ты. Интересно, как нам теперь быть? Дракончик. Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Итак. В любом случае мы нажимаем вот сюда. Включаем кнопку. Теперь нам нужно, наверное, конфетку вот сюда, чтобы она взяла звездочку. Понятно, да. Начинает все проясняться. Теперь обратно ее посылаем, только теперь вверх. Вот она всплывает. А мы теперь, смотрите, мы теперь чихнем. Конфетка возьмет, да, третью звездочку. И через телепорт прилетит как к Амнямчику. Хоть тяжелый уровень был, но все-таки я догадался, как его проходить. А дальше, 7-й уровень. Ух ты. Так, что у нас здесь опять? Допустим, мы должны, наверное, вот так сделать. Укатилось. А, вот, мы начали двигаться, да? Теперь нам нужно мы хамелеончики. Как же нам тут что нужно? Если мы телепортируемся, то мы... Ага, не так. Очень даже интересно. Скорее всего, нам нужно будет... А, вот так, может, как-то. И смотрите, что мы делаем. Вот. Раз. О, прикольно. Только теперь конфетка телепортируется. И вот так. Вот это да, вот это классно. Не ожидал, что получится пройти, но все-таки прошел. Тут больше нужно фантазию включать, чем думать. Итак, 8-й уровень. Конфетка у нас со стрелочкой. Это значит, что она все время шагает там куда-то вперед. Так, и теперь нашего... Опа, вот, 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 смотрите. Мы палочку переместили. И хамелеонидзе наш может превращаться обратно в Амняма. Режем веревочку, падаем вниз. Превращаемся в мышку. Так, и сейчас вот мы берем третью звездочку. И едим сыр. Хорошо. Тяжелый был уровень. Я так над ним немного посидел, поддумал. И что, опять подарок? Да сколько ж можно? Ну, а мы идем дальше. 9-й уровень. Так, ох ты. Куча опять всего. А, допустим, для чего нам вот это? Ох ты. Что ж ты поделаешь так? Летим. Может, сразу здесь расхватить его нужно? Ой, нет, опять не то. Ничего не получается. А может как-то... А, вот как. Вот так все-таки было правильно. Последний момент догадался. Лучше поздно, чем никогда. Так, ну идем дальше. У нас здесь лед есть. 10-й уровень уже. Мышка и хамелеончик. Так, ладно. Мышка сначала, наверное, должна... А разве мышка кому-то что-то должна? Мышка, наверное, должна пойти за сыром. Вот так вот, да? Хорошо. Теперь, допустим, мы... А что мы теперь? Даже не знаю, что придумать.
Наверное, вот так вот делаем. Точно. Дело в том, что мышка упадет. Итак, получается, какие у меня здесь идеи? Допустим, вот так вот мы превращаемся в мышидзе. Или как там правильно его назвать? А у меня мышка. А дальше берем, получается, первую звездочку. Все, можем превращаться обратно в амняма. Теперь вот так вот мы превращаемся в хамелеончика, прилипаем к этой палочке. Вот так вот режем веревочку, он за нее держится, видите, не цепляется. А можем превратиться в принципе обратно. А наша конфетка должна полететь так вот вверх как-то. Вот, смотрите, и остановиться, вот там она. Вот. Падаем вниз, и амням нас кушает. Ух, тоже такие уровни, ух-ух-ух, тяжелые. А интересно, сколько их там вообще? Я уже прошел, ну, количество-то я вижу. А на карте, а, да, вот я этого ждал. А впереди нас ждет уровень с волшебником. С этим злым магом, или злым волшебником. А, так, вот он опять сейчас, по идее, будет притягивать конфетку. Ага. И нам нужно... Так, себе ее притянуть, да? Ого, стоп, нет, не так. А как же тут быть-то, а? А, итак, в принципе, я немного разработал стратегию на этот уровень. Но нужно подшаманить ее, скажем так. Получается, режем сразу веревочку. Что для чего, не спрашивайте. Вот так он, конфетка катится вниз. Мы ее вот так вот ловим хамелеончиком. И берем одну звездочку. Как видите, здесь пока все понятно, да? Это тяжело сделать, но понятно. Теперь отпускаем конфетку. Она нажимает на голубенькую вот этот кристаллик. Амнямчик по лифту по-нашему едет сюда вниз, берет вторую звездочку. И вот теперь главное здесь вот правильно нажать на эту кнопку, вот. Давай. Подождите. Нужно же ведь превратиться вот. Вот так вот. В обычного амняма, а чтобы кнопка эта сработала. И как видите, все получилось. Когда все понимаешь, что очень... Легко кажется, а на самом деле, я не знаю, минут 15 сидел, думал, как его пройти. Можно идти дальше. Так, наш злой волшебник убежал в шоке. Дальше, скажем так, а к следующему рубежу. Ну и мы за ним в погоню. Поехали. Ага, так, у нас здесь уже три магии, ух ты. Ну, первое понятно, вот мы должны... Взять эту звездочку, да? Дальше толкай, не толкай, все равно он не пойдет. А веревочка, мы, наверное, ее должны отпустить, может быть? Как вы думаете? Попробуем так вот. Ууу, не так. Ладно. Веревочку, это можно превращаться. Веревочку отпускаем, ловим теперь ее. Теперь, наверное, рано я словил, точно рано, а может и не рано, там вот пузырик ведь есть, да? Давайте пробовать. Оп. Ага, только теперь ведь я не могу туда попасть, а нужно было. Получается, еще раз попытка. Вот мы все делаем правильно, пока превращаемся обратно. А дальше, я просто не с той стороны ее словил. Режем веревочку. Вот она падает. Вот я ее ловлю. А, отлично просто, да? А, и чуть-чуть она не достает до пузырика. А может все-таки нужно было вот так вот, да? И смотрите, вот она летит-летит. И на таком расстоянии я ее хватаю. Вот она должна сюда сейчас. А, чуть-чуть. Смотрите-ка, взял... Толкаю сюда нашего хамелеонидзе и лопаю пузырик. Фу, вот оно. Еще один уровень разгадал своими силами, скажем так. Это уже был 12, по-моему, или какой?
идем дальше. Да, к 13-му. Итак, у нас здесь есть рыбка, есть дракончик, есть... ну, вы поняли, что, да? Так, наверное, сначала нужно... Ой. Ничего это... А, все, я понял. А, получается, здесь нужно вот так вот чих сделать и посильнее толкнуть. Вот, чтобы нажать на рычаг, чтобы конфетка начала крутиться. А теперь мы можем рыбкой нырнуть вниз. Взять первую звездочку, да? Ну и всплываем, в принципе. Внизу там нам делать больше нечего. А вот здесь интересно. Наверное, нужно как-то, может... Вот так, смотрите. Да, вот так точно. Хочется раз, мы и... кушаем конфетку. То есть, в принципе, все просто и понятно, да? Можно идти дальше. А опять эта конфетка со стрелкой. Ух ты. Телепортов куча. Угу, допустим. Вот она шагает. Ничего у нее не получается. А у меня может стать мышкой. Вот так вот. Ух ты. Но мне от этого не легче, если честно. Вот. А-а. Как же здесь правильно словить все? Получается, вот мы превратились в мышку. Идем дальше. Так, теперь превращаемся обратно. Может, нужно вот так как-то, я не знаю. Допустим, режем стрелку и... Вот. Вот. Та штука начала ездить, смотрите, да? Теперь мы вот так вот делаем. Стрелка идет, ну, конфетка сюда. И возвращается ко мнечику. Ха! Вот как она оказывается. Ну, прикольно. Красивые уровни. Продуманы хорошо. А, мало того, что продуманы хорошо, так еще, в принципе, интересные такие, да? Я только один не смог пройти самостоятельно. А, так, надеюсь, что всего лишь один. Да и то потому, что я не знал, что у меня может сам перемещаться на своем языке. А, здесь вообще у нас всего одна магия, одно превращение. Так, ну что мы можем здесь сделать? Прилипнуть куда-то, да? Допустим, мы можем вообще упасть. Вот так вот, да? Получается, просто нужно не спешить. Вот так вот мы все делаем потихоньку, как и должно быть. А, конфетка летит за звездочкой. Ам-ням теперь ее ловит. Вот, смотрите, три звезды есть, да? И кушаем конфетку, все хорошо. Результат улучшен. И идем дальше. Итак, уже 16 уровень у нас. И у нас здесь, конечно, уровень очень сложный. Пробую его пройти так. Я еще его не прошел, это просто я сейчас пытаюсь. А, превратился в привидение, упал под этот, ну, под... лифт, в общем, этот, под платформу. Так, теперь дальше. Нам нужно нажать на вот эту кнопку синенькую и взять вторую звездочку. Взяли. Ам-ням едет вниз. Дальше, дальше, дальше нам, наверное, нужно прицепиться вот к этому бревну, иначе мы отсюда никак не выберемся. Вот так вот мы плывем. Опа! Нет, две звезды. Две звезды нам не нужно. А, получается, скорее всего, нужно сделать все то же самое, только немного в другой последовательности. Вот так вот мы превращаемся в привидение, понятно. Теперь вот так вот мы делаем. И хватаем конфетку, чтобы она не нажала на рычаг, а сначала поплыла вот сюда, да? Вот, а теперь пускай нажимает на кристаллик вот этот. Вот, точно, три звезды есть. Теперь бревно падает. Мы... вот так вот за него цепляемся. А теперь я, скорее всего... съел. Ну, в общем, не знаю, правильно, неправильно, но вы видели, я съел третью звездочку и конфетку. В общем, все я сделал. Если кто-то знает, как пройти этот уровень по-другому, напишите это как-то в объяснении, да, потому что я смотрел видео прохождения, так сильно не нашел по этой части. Поэтому сам, додумываясь до всего сам, возможно, не всегда правильно. А что это за зелье такое? Стоп, я не помню такого зелья. Так. А, хамелеон, да? Ладно, давайте для начала
Что за зелье? Ой. Превращается в кирпич. Вот так, к примеру. Ух ты. А как же мне туда, вниз добраться? А, в общем, смотрите. У меня получился такой вариант. Он 100% неправильный. Но, как бы, я все-таки решил к нему прибегнуть. Так, вот это мы можем вообще убрать отсюда, да? Допустим. Пускай здесь будет. Вот так вот. Дальше, нижнее вот это вот бревно. Полено это так вот. Нажимаем на кнопку. Вот, все, смотрите. Этот зелье лопаем, она нажимает еще на одну кнопку. Так, а теперь... Мы амнямом должны что сделать? Прицепиться к вот этой вот панели. Цепляемся, допустим. Превращаемся в привидение. Она сквозь нас проходит. Превращаемся обратно, берем звездочку. Теперь конфетку лопаем. И конфетку пододвигают к камням. То есть здесь по-любому как-то нужно было по-другому. Но вот я нашел такой вариант, как бы. Я еще раз говорю, я никуда не подсматриваю, где кто как проходит. А, поэтому, возможно, у меня что-то, ну, не так, как должно быть. А, но, тем не менее, как видите, удачно. Остальное это уже нюансы. А, так, три магии у нас. Опять дракоша. Ух ты, как же здесь быть? По-любому нужно как-то вниз падать. Для чего он там чихать собрался? Для того, чтобы, наверное, сюда вниз упасть. Нет? А так вот мы не можем сделать. Это не наш вариант. Допустим, берем звездочку, да? А теперь нам нужно... Ух ты. Ам-ням. Ну, падай, что ли. И что теперь? Ну да, не вариант. Хамелеончик. Тоже не вариант. Что же здесь делать-то? А, получается... Все-таки нам нужно вот сюда вверх пузырик этот, как я и думал, сделать. Вот так вот. Берем звездочку. Ам-няма при этом. Вот мы сейчас должны, наверное, вот так вот сделать хлоп, видите? И пузырик полетел и взял вторую звездочку. Вот оно что, для чего этот чих дракончика. Теперь мы можем вот так вот сюда упасть. А, я не знаю, прям сюда или не сюда. Наверное, должны... Взять вот так вот за веревочку. И лопнуть пузырик, да? Так, и теперь, скорее всего, нужно перекинуться вот сюда. Все. А теперь вот мы можем второй раз раз и сюда переместить. И сами уже конфетки спуститься. Все, отлично. Ура, ура, ура. Можно идти дальше. Так, сколько там осталось у нас до финала? А до финала у нас 4 уровня. Много, но они пролетят незаметно. Во всяком случае, я на это надеюсь. Так, опять кнопки. Ну, куда мы можем прицепиться? Ох ты, прикольно как, смотрите-ка. Ладно, пробуем. Что это нам дает? Ага, они двигаются, ясно. Они двигаются. Ничего не понимаю. Ну да, ни о чем. Получается, вот смотрите, мы делаем вот так вот. И цепляемся за ящик. Теперь нажимаемся на кнопку. Берем эту звездочку, потому что за ящиком тащимся на языке на хамелеона. Отпускаем его. Теперь будем цепляться за второй ящик. Ведь конфетка уже теперь с другой стороны. И ам-ням. А, цепляется в ее сторону за другой ящик. Можем ящик отпустить. И теперь главное угадать вот эту вот силу толчка. Ай, нет, лучше подожду. Вот сейчас, когда эти квадраты вместе. Вот, вот, вот. И смотрите. Через телепорт берем третью звездочку. И идем к нашему мнямчику. Вот так вот. Переходим к последним трем уровням.
у нас сегодня, сейчас бронзовый уровень, то есть третий с конца. Итак, звездочка внизу, конечно, интересно. Привидение, по-любому, нам, наверное, нужно вот так вот, да? Раз, взяли. А теперь мышка еще нужна, да? Ох, как непонятно. Так. Ха, ну мышка, попробуй. Что я могу сказать? Может стоять? Теперь смотрите, мы к конфетке, наверное, цепляемся, да? Ага, не конфетки. Как-то вот так вот падаем, может. Ой-ой-ой. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Не долетели. До этого, до звездочки. Но идея была у меня правильная, да, раз. А теперь, наверное, нужно... Вот так вот. Подальше, да? Просто пройтись немного. Немного дальше. Я испугался и не пошел дальше. Теперь цепляемся вот так вот. Падаем резко вниз. Вот. Теперь, видите, взял. Берем третью звездочку. И кормим нашего хамелеонидзе. Вот такой уровень, в принципе, был не очень сложный. Единственное, что нужно было просто, ну, вникнуть в него. И переходим к серебряному уровню. Ух ты, опять стрелка, куда она идет? А, она по кругу ходит. Прикольно, нам получается, нужно, наверное, брать здесь звездочки вот так вот, благодаря... Ага, непонятно благодаря чему. Теперь смотрите, мы, наверное, должны стрелочку эту как-то вниз кинуть, может, вот типа вот так вот. Смотрите. Ой, ай-яй-яй, нет. Так, ну получается, вначале мы в любом случае берем эту первую звездочку, вот так вот, да? Опа. А вот дальше нашу стрелочку нужно развернуть. Для чего я пока не могу понять точно. Ну вот сейчас, надеюсь, у меня все получится. Вот. Беру вторую звездочку, смотрите. И на пузырике конфетка со стрелочкой летит вверх. Вот она. Поднимается. Мы лопаем пузырик, идем, берем третью звездочку, разворачивается, идем к нашему амнямчику. Вот такой замысловатый уровень. Я на паузе, конечно, посидел с ним там, помучился. Но в итоге прошел без подсказки. И можем переходить к нашему последнему, к золотому уровню. И сейчас мы наваляем злому волшебнику. Вот так вот. Ой, как тут все сложно, как тут всего много. Амнямчик вот там. Так, что у нас здесь? Так, 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 так. О, стоп. Я уже что-то не то сделал. Так, во-первых, хамелеон, да? Ага. Нет. Нет, нет, нет. Так, ну что ж, друзья, у меня по поводу этого уровня какие мысли? Так, нажимая сначала на... Хватаясь языком за желтое бревно амнямчиком. Для того, чтобы конфетка полетела вверх. И нажала на желтую кнопку. Есть. Ай-яй-яй, чуть... Волшебник не съел конфетку нашу. Так, теперь то же самое проделаем с синим бревном. Так, вот теперь нажимаем на синюю кнопку. И амнямчик наш вот так вот получается. Ай-яй-яй-яй. Ну-ну-ну-ну-ну. Нет, есть. Все-таки получилось. Нажимаем на красную кнопку. И вот они встречаются. А, не знаю, все так спонтанно получилось. Очень тяжело было. Я этот уровень, не знаю, нереально долго пытался пройти. Но вот все время чего-то не хватало. Там или нажимал на подушку не так, или еще что-то. Ну, как видите, все получилось. Давайте глянем, что там наш злой волшебник. А он, негодяй, прыгнул в следующую сказку, которая называется как там у нас?
снежные холмы. И там уже очень много уровней, поэтому если вам интересно, что там дальше, то продолжайте следить за нашими новинками. И очень скоро, я думаю, там буквально несколько дней, продолжение у нас на канале. Ну а если вам понравилось наше прохождение, то поддерживайте это видео своими лайками и подписывайтесь. Пока-пока, до новых встреч, оставайтесь с нами.